пытается установить флаг на крыше этого старого, не использующегося уже больше военного сооружения. Так, вот сейчас я его покажу. Погружаем флаг Победы в честь 70-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией, над фашизмом, в честь над старым фортом в городе Вильстоне. Этот форт расположен над проливом Кука, между двумя островами, южным и северным. Он контролировал вход в бухту и Веллингтонский аэропорт. Я делаю этот символический акт как символ победы. Победы, непреходящего значения победы, вечного значения победы, сил добра, сил света над нацизмом. И эта победа будет вечной. Она никогда не утратит своего значения. И сейчас те силы, которые хотят возродить нацизм, будут побеждены, повержены в прах, как тогда, 70 лет назад. Всем ветрам, солнцу, все 4 пятки света. Мы говорим, да будет так. Наше дело правое, мы победим.